зовут Сабина, я инструктор лагеря «Командор». Детки абсолютно разные, от 6, от 4 лет. Лошадки у нас все абсолютно добрые, и пони, и большие лошадки. Дети 10-11 лет управляют на больших лошадках хорошо и сами ездят и на корде. Занятие состоит из шага, это самое основное, первый аллюр, рысь и галоп. Рыси делаются абсолютно все элементы, вольты и полувольты, на галопе тоже. Меня зовут Полина, мне 10 лет. Меня зовут Кристина, мне 13 лет. Меня зовут Диляра, мне 13 лет. Я в конном лагере «Командор». У меня лошадь Баффи, я ее очень сильно люблю. С первого занятия она не очень меня слушалась, но со второго сейчас она меня очень прекрасно слушается, понимается с первого раза. Тоже здесь очень нравится. Первый раз я была на лошади Полемика, сейчас третий день, и мне дали Хампи. И она очень послушная, и мне очень нравится. Когда я ему говорю ехать рысью, он сразу понимает, не надо его как-то ногами им управлять. Здесь очень круто, мне все очень нравится. Училась ее хвалить, ходить вольтом, полувольтом, переход через середину. Мне здесь очень нравится. Мне хочется попасть в медиалагерь, в музыкальный лагерь. Я второй раз в лагере «Командор», первый раз я была в туристическом лагере. Мне там тоже очень понравилось. Приезжайте все в лагерь в «Командор».